На смену лету с футбольным мячом приходит футбольная осень. 6 сентября в Самаре стартуют детско-юношеские соревнования среди учащихся первых-вторых классов. В этом году турнир «Крылья Самары» будет проходить во всех районах города. Длительность матчей составит 10 минут. Судить будут профессионалы. Всего же заявки на участие подали футбольные команды из 72 школ. Организаторы надеются, что турнир поможет встать на крыло юным талантам. Первая любовь к спорту, она как раз пробуждается в возрасте 7, 8, 9 лет. И вот наша задача, в общем-то, чтобы в этом возрасте мальчишки по возможности полюбили именно футбол. Будем смотреть, какие мальчишки наиболее одаренные, для того, чтобы они попадали в наш центр подготовки. Может быть, в дальнейшем кто-то бы пополнил именно наш футбольный клуб.